Здравствуйте, все подписчики. Вчера достали из погреба последнюю банку так называемой хреновины. Это острая закуска из помидор с хреном и с чесноком. Она была запечатана в трехлитровой банке, полностью под завязку закрытая, и из нее откачан воздух. Это обычные крышки вакс. То есть вакуум сохранился. Прошло 9 месяцев. Сейчас у нас конец мая. Когда открыли, значит, хреновину, она на вкус и на запах осталась почти как свежая. Это самый лучший способ хранения вот этой закуски в течение года. А температура хранения была в погребе плюс 3. Плюс 5. Но банка была полностью заполнена вот этой закуской. Рекомендую этот способ сохранения очень. Это самый лучший способ сохранения пока у меня. До свидания, подписывайтесь на канал.